Потом будут все писать. Тихо. Делать, блядь, для того, чтобы мы что-то это не считали говном, нет? Ну, типа... Теперь этот дурачок, блядь, заставляет спамить по всем другим каналам, блядь. Вот вы видите, что происходит? То есть в итоге можно отправить своих зрителей просто ну, на какую-то хуйню максимальную. Не знаю, по мне рофиль. Сразу, хуйня. Дважды два. Громче. Он только вышел, тихо, реально пучится. Пожалуйста, блядь, почему фуры стоят в трех рядах? Я не понимаю. Бля, ебать, это охуенно! Охуеть, блядь! Сейчас чуть-чуть проехали, сейчас опять встанем. Ебать! Блядь, Twitch контора, нахуй, это просто аплодисменты стоя, блядь. Ты сиди, но представь, что стоя, нахуй. Ебать, Хесус в Москве сети, блядь. Шо? Twitch контору сделай меня лягушкой. Блядь! Эй, йоу, молодой киберспортсмен. Добро пожаловать на первый полноценный выпуск. Вы че реально думали, что тут будет разъёб? Не, поехали по нарезкам, как мы любим. Мама! Блять, нихуя? Не, ну вы реально еще раз повелись. Думали, я опущусь до этого гав... Не в этот... Осуждаю, нахуй! Ебать вас набирают. Блять, обнимаю и целую каждого. Нахуй. Надеюсь, что вы не разочаруетесь. Итак, сегодня вы узнаете новости Твича, номинации, кто попал в них на этой неделе. Напишем посту недели, а также посмотрим недельные клипы, которые нам зашли. Погнали. Начнем, пожалуй, с новостей и поздравлений. Поздравляем с прошедшим Макса Бафа, Мэда, Зуквиеля Ричиш. Почему с прошедшим, блядь? Спасибо, Твич контора, спасибо. С днем рождения, Галя, блядь. Галя, набухиваться в хлам и высирать годноту в Твиттер. Твич добавил отмену платной подписки в течение 10 минут. Нихуя. Такими методами можно троллить стримеров, покупая и отменяя подписку. Я считаю, что подписки должны быть невозвратными, исключая случаи с баном стримера. Если вы этим занимаетесь, дизреспект от всего Твич комьюнити. Сотрудники Twitch теперь могут решать, сколько денег стримеры получают от рекламы через оценку риска для бренда. На основе предыдущих запретов и ручных обзоров, как на Ютабе. С одной стороны, это хорошо, а с другой мы теперь с Биркой. Вова вчера дал интервью каналу «Вписка», где впервые рассказал о своей жизни. Странно только то, что «Вписка» решила сэкономить и отсняться прямиком у Хеса в апартах. Вчера вечером сижу и понимаю, что я ничего не чувствую. МММ, как думаете, от кого? Также НС тоже был заражен короной. Жо-жо, плохой парень и Пестров провели стрим-шоу с Авито. По-моему, вышло очень забавно. Но больше всего я словил кринж с ведущего. Без обид. Спокол с 62 стримерами и с неплохими такими наградами. Нихуя. Желаем удачи и веры в победе. А кстати, комментирует игру Пчелкин на своем канале. Twitch начал отображать забаненные каналы с измененным оформлением. Зачем это было сделано? Хуй знает, МБ парофу. Ну вот и все и главные новости этой недели. Переходим к номинациям. Кринж недели — это ураган Хакали. Так голосит, что первый Твич обосраться за один час. Хороший спидрон по бану. Пресса в чат дурачку. Ну а на самом деле выиграл кринжи Зуквиель со своим танцем. Я ушел. I've been dancing in my room. Максон, как тебе? Оп. Красава. Оп. Чел. Неплохо ты флексишь, но я все-таки посоветовал бы тебе записаться в школу танцев. Твое место занял злой. НТФ чат другалька. Ой. Ой, блядь. Боже. Что они пишут? Красава злой, не получается со злячими? Ты долбоёб. Ты еблан. Блядь. Что нахуй? Охуеть, блядь! Это ж как придумать-то надо было, блядь! В коллабу недели вошли Хесус, Вова и Лагода с VR-прохождением рофильных игрушек. О, ты чё там? Ебать, ты что там нахуй? Ебать, тебя там летают. Смотри, к тебе ползут еще двое. Ебать, ты жук, блядь! Ты чё за стрим? Ты сука! Ты, блядь! Он две вебки сделал, ебать он... Нихуя себе ты! Ебать! Ебать, ты жесткий, блядь! Это Вова нахуй! Да! А что он такой пузатый, блядь? Вы видите? А что он такой пузатый, блядь? Да ебать? Это футболка так, блядь. Да он разжирнел нахуй! Семьянин! Нихуя себе, ебать! Шип недели по праву выигрывает гаечка с Васей. Даша, прости, я не мог это не вставить. Кто хочет, я видел этот момент у нее на стриме. Я бы с Васей чисто как
У нас с Васей похожие вкусы. Знаете, сиськи, жопы. Она скажет, я вам запрещаю. Из этого? Ух ты, я хоть одного шипера увижу, я вас, блядь, забаню. Везде, где только можно. Только попробуйте мне сделать из этого шип. То я вам запрещаю делать это. Я вам запрещаю. Я реально вас буду поздно, банить. Поздно, блядь. Все, поздно, блядь. Отдыхай, Даш. Даже не думайте ничего писать. Раздваечка. Да хватит, блядь, АФК говорить. Вы чё, сука? Это не я. Это не я. И как тут выбирать? Вы специально все фильмы и аниме смотрели на этой неделе? Предлагаю номинировать АФК недели Макрицу. За то, что АФК стримы никогда не будут на его канале. А тут выигрывает, как иронично. Короче, заходит как-то два дракона в бар. Один другому говорит, что-то тут жарковато. А второй... Блять, я эту шутку нахуй слышал раза четыре, блять. Он отвечает, да пошел ты нахуй. Топ-игровой момент недели разделили несколько человек. О. Александр Симпл просто. О! Ну нахуй. Пошло. Жестко вибет. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Ебать. О, Татьяна. А, я видел это. Ну нахуй. Она без уха хуярит? Ей вообще похуй. Ей вообще похуй, она без уха хуярит, блядь. Я на травму. Ну и паста неделя. Приготовьте свои пальчики. На этой неделе. Если тут не будет Макс ДР или Макс Днем рождения, наебка подсужена, блять, и нечестно. Пишем вот так. Ку, я тут скачал Бравл Старс. Наебка, блять, сам под себя подсудил, блять. Ты вроде не танцуешь, не показываешь папу. Но я все равно тут сижу. Короче, можешь потише разговаривать, а то я не слышу выпуск Твич конторы. А закончим выпуск топом всех клипов недели, которые не заняли номинации. Поехали. Так, ладно. Шлюха. Шлюха. Порно. Да еще баян, блядь. Блядь, наш наушники вытянулись. Вы что, нахуй ров? Аудиовизуальное. Животное там Вову показывает. Авторства... Чего, блядь? Я прослушал. Я тоже. Произведение «Смерть старого». Авторство... Смерть старого. Смерть старого нахуй. Старый нахуй. Ну чё, суки ебаные, меня уже похоронить решили? Да, попаду. О, ну это неудивительно, блядь. Вот, киберспорт. Вот этот момент недели в киберспорте надо было попасть. Чё ему выпало, бля, я не увидел. 100 приседаний. А, легендарочка ёбнулась. Блядь, Ликс. 911, блядь. Ой. Их работяг так не назвал бы никогда, ни в коем случае. Ты их засавил. Типа, поняла? Жарко стало. Блядь, мысль слетела. Что за девочка с тобой сидит? Я лев. Дрейк. Меня ебёт лев. Этот знак зодиака. Блядь, кто придумал? Ты слышишь, ты видел этот клип? Нет. Это ёбнутый клип, я тебе клянусь, нахуй, слушай. Знаки зодиака, какие... Да, блядь, ты ебаный, нахуй. Даша могла быть на хайпе, могла бы быть на хайпе, если бы она сказала, я хочу быть раком. Жёстко? Хорош, блядь, ёбнуто, спасибо. Блядь. Я прощаю кучу. Я, кстати, лев. Не, нихуя. На ёб. А что было? Диман. Давай, Диман. Диман, трахай. Жестко. Диман, трахай. Диман. Блять, не повезло, блять, ну лагает игра, бывает. Просто, блядь. Миброз, блядь. Миброз! Когда Миброза 89-й сквад уже, нахуй? Серьезно? Блять, Хината, ну это пиздец. Ну почему, ну зачем? Хината не любит Наруто, нахуй. Я провалилась. Вчера, блять. Ой. Тут я буду озвучивать. Внимательно. Вася пиздец звонят, блядь. Шла аж по ССС и сос... Пошёл нахуй. Могу сказать, что это цель? Не понимай! Пошёл нахуй. Блин, ну хвааааа! Он наш маленький, блядь, ты такой, а просто ебаный нахуй. Блядь. О, блядь! Ебать, задоджил! Ой, блядь, ты охуел, блядь, что ли? Блядь, как-то клип одновременно включил, как это так, блядь, что за хуйня? Ждите, я подготовлюсь сейчас. Это что, Пока? Нас не отправляют учиться.
Ой, бля. Блять. Да ё-моё. Всё, чат, я пошла за чаем. Я чувствую себя лохом, которого ебут. Да, лохом, который выжил, блядь, дольше, чем мы, блядь. Это да, но в целом мне не нравится ситуация, когда меня ебут. А, да? Мне не нравится ситуация. Ну, я не имею в виду в игре. На этом пока все. Хочу еще раз вас всех. Ну это пиже, чем, блядь, Twitch FM точно смотреть нахуй. Эксперимент. Блядь. Клацай подписку. Красава. Пиши коммент, чтобы вы еще добавили, а я пошел спать. Давай, спокойно. Давай, блядь. Красава. Вовремя. До понедельника. Обнял. Красава. Это, блядь, охуенно. Это просто охуенно. Вову можете не смотреть. Но, что-то, блядь, вот в этом видосе, нахуй, 80% нахуй 89-го сквада. Я, конечно, что против не имею, нахуй. With the money in the bag. Fuck with me, get stabbed. I don't wanna talk about it, I ain't tryna brag. Put the body in the trunk and pedal, get slapped.